Слава тебе, Боже, да слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Октябрь 30. Память святых апостолов. Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апелия и Аристобула. Святой Стахий был поставлен епископом Византии святым апостолом Андреем. Вместе с ним святой Стахий воздвиг в Аргирополе церковь, собрав здесь многих верных. Он получал их заповедям Христовым. Так трудился он целых 16 лет и после таких подвигов предал Господу свою душу. Тот же апостол Андрей рукоположил в сан епископа Амплия и Урвана. Амплия в Диасполе, Урвана в Македонии. Они ревностно проповедовали учение Христово и сокрушили много идольских капищ. Этим они вооружили против себя еленов и иудеев. Эти враги веры Христовой предали мучениям святых мучеников, которые удостоились получить неувидаемые венцы. Наркис, Апелий и Аристобул также проповедовали Христово Евангелие. Наркис в Афинах, Апелий во Фракии, Аристобул в Британии. Сии святые мужи после многих трудов и подвигов предали свои души Богу. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.